Вот, ребят, цель видео сейчас: в машине закрыты окна, выключен все, что можно, то есть чисто вот работа автомобиля. Вот я сейчас после покрышек исключительно только слышу там двигатель и работу ходовой. Самого наката резины он значительно меньше, чем он был когда-то до этого. Сейчас открываю окно водительское. Понимаете, я не слышу по факту так сильно работы самого колеса. А теперь вот смотрите, я его выставлю вниз. То есть вы поймете, за какой шум пропал. То есть, надеюсь, что-то оно получилось заснять и передать. Короче, лично я, мне понравилось. Я не жалею, что это сделал. И зимний новый комплект, который будет собираться на эту машину, я также сделаю. То есть, дальше это уже, конечно, вкусовщина абсолютно каждого.